Привет, друзья! Вы на канале КТВ, и сегодня мы будем собирать всех хаги-ваги в игре Poppy Playtime Morphs. Здесь мы можем собирать, там, искать всякие морфы на хаги-ваги, всякие скины на хаги-ваги. Вот, допустим, смотрите, вот есть хаги-ваги даже из игры Кальмара, есть розовый хаги-ваги, мама хаги-ваги, есть какой-то дьявол хаги-ваги, какашка, а нет, это Доминус, похоже на какашку. В общем, нужно искать всякие здесь морфы и одевать их. Мы можем одевать, если мы найдем, то будет вообще очень круто. Так, давайте посмотрим. Вот здесь пока что я ничего не вижу, но здесь есть подозрительная штучка, вот там. Я лучше пойду и посмотрю, что там. И, кстати, вы можете играть тоже, собирать там. Так, это 100% уже вот хаги-ваги. Смотрите, здесь есть крылья. Смотрите, мы нашли, вот бейджик высветился, и мы нашли вот это, с помощью руки мы можем дотянуться, и смотрите, мы нашли уже ангел хаги-ваги, и только я не вижу, где он, сейчас, подождите, ребятки, а вот он, хаги-ваги, только я не знаю, правда, как одеваться. Смотрите, видите, вот здесь есть штучки, мы можем стать им. Давайте, здесь вот есть телепортики. Вы посмотрите просто, насколько мы крутые. О май гад, мне нравится эта штучечка. Давайте посмотрим, может, в мусорках есть. А в мусорках ничего нету пока что. Так, может, в этой мусорке есть. Дерево мешает очень сильно. Хаги-ваги на мусорке, представляете? Вы идете, выбрасываете мусор, и там встречают хаги-ваги. Это же просто... Я не знаю, можно обкакаться. Так, смотрите. Куда моя рука пропала? Ладно, смотрите. Еще мы забрали Доминус. Fire Хаги-Ваги. Давайте посмотрим, что это такое. Хаги-Ваги. О, вы посмотрите, какой он огненный. О май гад. Этот круче. Вы посмотрите просто, какая у него аура. Ладно, давайте уже заходить в это помещение и искать. Смотрите, здесь есть телевизор. Телевизор, подходим. И бейджика нету. Значит, здесь нету хаги-ваги. А здесь стульчик хаги-ваги может есть. Так, здесь нету. Здесь нету. О, я вспоминаю эту комнату в игре. Так, давайте посмотрим. Может, она на потолке где-то. Опа-на. Мне показалось. То тень просто. То просто тень, к сожалению. Стульчик есть. Вы представляете, сколько здесь много этих хаги-ваги? Опа-на! Я уже догадываюсь, какой это хаги-ваги. А ну-ка. Да, это Сус хаги-ваги. Это, то есть, это хаги-ваги, в общем-то, которые из Among Us. Так, давайте сейчас по вентиляции пройдемся. Здесь, я уверен, будет какой-то хаги-ваги. Ну, потому что... Ну, 100% здесь хаги-ваги будет. Так, смотрите, мы можем от первого лица хаги-ваги быть. Отлично. Опа-на. Здесь шипы, смотри, шип. Здесь мы нашли этого, снежного хаги-ваги. Мы нашли снежного хаги-ваги. Давайте посмотрим, какой он. Так. Ну, здесь есть только из игры Кальмара. Здесь даже есть треугольник и квадратик. Но я что-то не вижу этого нашего хаги-ваги. А вот он, замороженный хаги-ваги. Давайте на него посмотрим. Ну, он практически похож на обычного. Давайте сейчас переоденем нашего Сас хаги-ваги. Так, одеваем его. Ну, он какой-то не светлый, он какой-то мутный. Давайте все-таки оставим огненного, потому что он просто самый крутой здесь. Так, давайте дальше идти. И давайте будем собирать очень быстренько персонажей, потому что... застрял я. Потому что я уже хочу собрать всех персонажей, получить все бейджики в игре. Так, мы куда-то возвращаемся. Мы куда-то пришли. Неужели мы обратно пришли? Нет, мы не обратно пришли. Так, опять это мусорка. Или мы обратно пришли?
Я не понял. Я вообще ничего не понял. Так, может клавиатура, компьютер, хаги-ваги. Хаги-ваги компьютер? Нету здесь хаги-ваги. А, здесь есть shift. Здесь есть shift. Мы можем бегать за хаги-ваги. Вау. Так, постер. Мне кажется, здесь будет хаги-ваги. Нет. Нет, к сожалению, здесь нету хаги-ваги. И нет, мы вернулись все-таки на начало. А, вы видите, здесь есть шип. Здесь есть шипы. Это у нас единорог, единорог. Давайте, конечно же, посмотрим на нашего единорога. Так. А-ха-ха. Вы просто посмотрите, как он смешной. Здесь есть зебра. Собираем зебру. Зебра Хаги. И здесь есть еще паровозик. И сверху кто-то... Панда, панда, то панда. Панда Хаги-Ваги. Собрали. Ну, здесь больше ничего нету. Давайте, конечно же, посмотрим. Так хочется посмотреть на всех вот этих персонажей. На всех вот этих Хаги-Ваги. Давайте, где эта панда? А вот эта панда. Не, лучше я не буду делать. О, зебра. Зебра очень красивая. Реально, зебра красивая, зебра красивая. Так, у меня что-то залагало здесь. Белая какая-то картинка. И все. Давайте сейчас будем идти вот туда, куда-то вот туда. Я уверен, что это будет две серии. Так, а что мы сделали? Непонятно. А что это такое? Ладно, давайте дальше проходить. Если вы наберете... Два лайка, ой, ну три, то мы будем продолжать собирать эти хаги-ваги. Так, здесь нету, так, мы, о, вы посмотрите, это же спайдер хаги-ваги, это же паук, паук хаги-ваги, мы получили паука. Так, может есть кубик хаги-ваги, нету кубика хаги-ваги. И неужели обычного хаги-ваги здесь не будет? А, вот смотрите, Балди хаги-ваги. Подождите. А, вы посмотрите, у него линейка здесь спрятала. Линейка, если бы мы до нее не дотронулись, то мы бы не получили эту Балди хаги-ваги. Смотрите, мы какую-то комнату из SCP прошли. Давайте проверять все шкафчики, потому что обязательно нужно проверить все шкафчики. Они могут быть везде, эти хаги-ваги, разбросаны. Так, я надеюсь, их нельзя открывать. Да, их нельзя открывать. И... Опа! Смотрите, здесь какой-то есть глазик. Глазик, это... Тикл Миха Гиваги. Что это такое? Давайте посмотрим. Где это? О, что? Что это такое? Что это такое? О май гад! Ладно. Кстати, у нас есть паук Хаги-Ваги. Будем всех пугать потом. Может, в шкафчиках какие-то есть? Проверяем все шкафчики. Я уверен, что где-то есть хаги-ваги. Постер. О, секретная дверь! Вы посмотрите, здесь секретная дверь. Ну ладно, давайте сначала проверим вот здесь все. Труба хаги-ваги. Нету такого, нету такого. Нету трубы хаги-ваги. Может, лампа хаги-ваги? Нету лампы хаги-ваги. И здесь от первого лица нужно, потому что здесь ничего не видно. Пробегаем быстро. И посмотрите, здесь какая-то комната. Здесь реально какая-то комната. А здесь пусто. Так, мне уже страшно идти. А, я умер, нет. Нужно, блин, нужно было. Я заново появился. Как так-то? Ой-ой-ой. Так, будет прикольно, если там будет телепортик. А я, типа, не это... Давайте, наверное, огненного оденем, потому что он самый крутой, по идее. Так, бежим со всей скорости. Сейчас просто пройдем этот паркурчик. Я понял, что нельзя вставать на вот эти штучки. А как тогда? Опа, меня переместили сюда. Опять переместили. Окей. А как тогда? Может так? Блин, наверное, нужно снять. А как снять? Как себя снять? Как себя снять, хаги-ваги? Где мой хаги-ваги огненный? А, я не могу снять его. Все, я застрял здесь. Я реально здесь застрял.
Я реально застрял. Ладно, ну мы поняли, что там это мамочка Хагиваги. Давайте дальше искать. Очень интересно во все комнаты зайти. Очень интересно. Здесь я вижу проход. Или это назад проход? Так, какой-то постер опять. Нет, мы здесь еще не были. Так, кубик Хагиваги нету. Кубика Хагиваги. Я видел, куда-то нубик пошел сюда. И что здесь будет? Что же здесь будет? Мне очень интересно. Так, какая-то... А как сюда запрыгнуть? Ого, здесь паркур! А как, а что? Я что-то не понимаю до конца. А как этот паркурчик пройти? Так. Ну я же типа... Непонятно. Непонятно. Давайте в эту дверь пройдем. Здесь еще одна дверь. И кубик опять. Еще одна дверь. Куда вы меня идете? О, вы видите, куда мы попали? Какой-то заброшенный склад. А ну-ка. В мусорке ничего нету. В коробочках, может, есть. Мусорного Хагиваги нету. Здесь есть дверь. Какая-то дырка. Реально какая-то дырка. Смотрите, нуб Хагиваги. Только я не понимаю, как мы его получили. Как мы получили нубика Хагиваги? Опа-на. Что это такое? Или это и есть нубик Хагиваги? Ладно. Если что, пишите в комментариях. Может, я что-то пропустил. Так, опять забираемся. Опять забираемся. Так, здесь ничего нету. Так, здесь нету потайного прохода. Я думал, что здесь будет потайной проход, но его нету здесь. Понятно. Так, здесь какой-то паркурчик. Будем знать обязательно. Вот здесь. Корона, вы посмотрите, в коробке корона есть. Мы получили короля. Короля Хагиваги. И здесь пустые коробки. Здесь очень много просто проходов. Здесь можно заблудиться, блин. Ой, а чё меня так быстро? Я просто как какое-то мыло по скользкому, по этому, по... Так, а куда мы прошли? Ой-ой-ой, ладно, нам лучше уйти, я думаю. Потому что еще просто один... А, нет, здесь нету прохода. Фух, я уже думал, что здесь куча проходов. Ладно, давайте вернемся обратно, потому что это очень-очень-очень-очень... Так... А здесь нереально вернуться. Мы застряли. Нет. Все, нас застряли. Мы застряли. Нас... Опа. У нас пицца. Что? Кто это такой? Давайте посмотрим. Это какая-то лисичка. Смотрите, у нас почти уже есть все животные. Типа... Выдуманные. А чё это меня дамажит? А, я думал, это... За мной Хагиваги по всё это время шёл! Ой-ой-ой, это просто что-то неимоверное. Давайте, наверное, всё-таки в лес пойдём. В лесу. Я думаю, там очень будет много ещё всяких морфов. Там палочки какие-то, дорога какая-то. Так, я что-то увидел. Я что-то увидел красненькое на дереве. Достаем нашу руку. Сейчас, давайте. Вот так. А мы дальше не можем. А ну-ка, подождите. Да, мы получили Бази-Вази. Кто это такой Бази-Вазик? Базик. Базы из Брал Старса какой-то, да? Ну, давайте посмотрим. Это Балди Хагиваги. О, это же пчелка. Давайте оденем пчелку. И вот так она выглядит. Вот так она выглядит, и больше я пока что не вижу ничего. Но это пока что. А здесь тупик. Все, дальше прохода нету. А вот и нету дальше прохода.
Может, давайте просмотрим Хаги-Ваги. Здесь, кстати, есть даже подсказки. Подсказки. Здесь какой-то ниндзя есть Хаги-Ваги. Представляете? Ниндзя Хаги-Ваги. Это же... Это я не представляю, как это... Кто это придумал просто? Давайте искать дальше. И, наверное, уже все. Да. Конец карты. В общем, мы набираем 3 лайка, и я делаю продолжение, как я ищу всех Хаги-Ваги на этом заводе Хаги-Ваги, игрушек. И обязательно соберу всех Хаги-Ваги, если вы поставите, наберете 3 лайка. Если вам понравилась эта серия, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео по морфам. Там есть еще много морфов. Есть какая-то... Флопоморф, шлепоморфи, ну, в общем, там куча таких игр, там даже Brawl Stars морфы есть. Ладно, обязательно подписывайтесь. Кстати, я уже это... И еще я вам рассказываю, как получить бесплатные лимитированные вещи. Вот посмотрите, я сейчас просто сейчас сделаю уф, и вы посмотрите, какие у меня просто крутые крылья. Эти крылья я получил бесплатно, не за донат. И я рассказывала это в прошлом видеоролике. Ну, с вами был, как всегда, Рика ТВ. Всем удачи и всем пока-пока!